«Мир без границ». В эти выходные Центр национальных культур «Монтажник» приглашает на выставку «Вернисаж возможностей. Мир без границ». Там будут представлены работы людей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы надеются привлечь внимание к проблеме трудоустройства инвалидов и их социальной значимости. Гостей ярмарки ждут необычные сувениры. Затем, как готовится к выставке одна из ее участниц, наблюдала Инга Роздина. Я всем расскажу. Изделия из мозаики, картины, нарисованные детьми, и другие сувениры на ярмарке смогут приобрести все желающие. Работы создавали на Уренгойте с ограниченными возможностями. Молодежный центр технологий и занятости приготовили сувениры – кружки, футболки, календари, магнитики и даже визитницы. Такая мелкая сувенирная продукция, она будет представлена в ракурсе продажи. Также будет выставка всех этих картин и рисунков, которые ребята сами нарисовали, и на основании чего была сделана вся продукция. Вырученные деньги пойдут на заработную плату авторам экспонатов. Совместно с молодежным центром будут выставлены работы сотрудников фонда «Здоровье сберегающие технологии». Различные изделия из мозаики уже стали своеобразной визитной карточкой фонда. Любому световоду в его интерьере придаст особую изюминку. Они вот у нас очень разнообразные, можно применять не только мозаику, вот применяю, также вот и ракушки можно применять. И бусинки, и бисер, а мозаика разноцветная, поднимает настроение. Эти работы не только принесут радость тем, кто их купит, но и станут материальной поддержкой тем, кто в этом нуждается. Ярмарка будет работать 1 и 2 декабря в Центре национальных культур «Монтажник» с 12 до 17 часов. Инга Розина, Константин Малыш, служба новостей «Импульс».